Кто сказал, что хоккей не женский вид спорта? С этим готовы поспорить как минимум 20 ангарчанок. Раз в неделю они оставляют обязанности примерных жен и матерей, встают на коньки и выходят на лед. Для каждой из них хоккей не просто увлечение, а образ жизни, без которого они себя не представляют. Я всю жизнь занималась спортом, хоккеем. И когда я вышла замуж, родила ребенка, у меня вот был перерыв. И когда мне предложили, сказали, что не хочешь попробовать ли в шайбу, я с удовольствием согласилась. И мне даже уговаривать не пришлось. Конечно, это азарт, это такой драйв внутри, от которого... Я не знаю, от чего еще можно получить такую энергию внутри. В команде «Ермак» играют как профессиональные спортсменки, так и те, кто только вышел на лед. Есть даже бывшая фигуристка, которая оставила изящный вид спорта ради хоккея. Наталья Никитина раньше играла в бенди. Из-за травмы была вынуждена прервать карьеру, а спустя годы вновь вернулась на лед. Правда, уже в хоккей с шайбой. Это разные клюшки, разная форма, разная динамика игры. То есть мяч – это такая продолжительная вообще игра, это выносливость, это... больше человек на льду присутствует, и ты можешь находиться, то есть все 90 минут на льду, в перерыве, 45 с перерывом, то есть. А здесь, естественно, здесь такая динамичная, быстрая игра, ты устаешь быстро, тебе нужно быстро восстановиться, и то есть вот это вот совершенно разная нагрузка. Женская команда «Ермак» существует на протяжении 3 лет. Однако в соревновательный процесс включились только в этом году. Девушки стали участниками Лиги женского хоккея. И вот в 2021 году мы вновь съездили на соревнования дивизион Мышкина. И в январе месяце 2021 года мы съездили туда. У нас уже команда была в полном составе. И мы там заняли 1-е место, всех выиграли без поражений. И теперь мы перешли из дивизиона Мышкина в дивизион Касатонова. Это как на ступень выше мы поднялись в Лиге женского хоккея. Сейчас команда продолжает тренировки. Впереди у девушек очередные соревнования. А еще команда будет рада видеть в своих рядах новых участников. Из обязательных требований – желание играть и немного силы воли для преодоления трудностей. Возраст и опыт значения не имеют. Елена Шелик, Олег Левченко. Местное время.